Всем привет! Сегодня я хочу поделиться с вами такой вот интересной штучкой. Я сейчас расскажу о ней подробнее. Это библиотека ароматов. Здесь вот таких вот 5 пробничков. Я пока не знаю, что за вкусы это, какие запахи, но уже немножечко ощущаю. В общем, смотрите, как это делается и как мне это прислали. Вы проходите тест, и по вашим, можно сказать, тегам вам выбирают аромат, который идеально для вас подходит. Это классная штука. То есть иногда, знаете, бывает, ты не знаешь, чего хочешь, вот сегодня какое у тебя настроение, и не знаешь, какие, например, ароматы, запахи тебе подходят. И этот тест, я считаю, это очень круто, когда ты проходишь тест, и тебе уже парфюмер подбирает твой индивидуальный аромат. Давайте сейчас мы посмотрим, что у нас есть. Будем нюхать, будем думать, какой же нам аромат больше всего подходит. Итак, что у нас тут-то есть? Это мне говорят, привет, Анилор, здравствуйте. Так, первый аромат называется... В общем, у нас есть такие удовое дерево, теплый свитер, арбузный леденец, Карибское море и гроза. Блин, класс. Вот тут мое облако тегов. То есть вот по этим тегам вот эти вот ароматы для меня создавались. Классно. Ну давайте, в общем, понюхаем их сейчас. Все послушаем, правильно будет говориться вроде бы. Но это не важно, правильно? Итак, первый. Удовое дерево. Не знаю, как пахнет удовое дерево. Но сейчас узнаем. Такое пряное, мне кажется, оно какое-то даже, может, перчик. Как будто перчик. Ну, сладко. Знакомый запах на самом деле. Я не знаю, где я могла нюхать удовое дерево. Нигде, наверное. Удовое. Как правильно? Не знаю. Извините, если что, поправляйте. В общем, запах приятный, но, наверное, не совсем мой. Далее. Далее у нас идет теплый свитер. Название просто само за себя, наверное, говорящее. Это хочется сразу прям вот полностью вот так обшикаться. Извините, у меня руки-крюки, конечно. Мы сейчас попробуем. Давай, Анна. Немножко в глаз, но ничего страшного. Ничего страшного, даже не щипнет. Да, это вот так вот и пахнет. Это пахнет действительно вот прям уютно. Мне так спокойно стало. Я хоть сегодня бешеная везде, но это просто... О, вот этот, ой, вот этот запах очень-очень классный. Такой, не знаю, нежный, такой прям легенький, свеженький. И прям реально теплый. Какой-то, не знаю, какой это делаете. Далее у нас идет арбузный леденец. Арбузный леденец. О, хо-хо, как он сразу о себе дает знать. О, господи, это супер запах вообще. О, это просто обалденно. Вот этот просто очень классно пахнет. Прям детством. Вот это вот, знаете, когда ты бежишь босиком до ларька с мороженым, и там покупаешь себе вот это, знаете, раньше было мороженое, шутка вроде бы, по 2 рубля, по 50 копеек, и ты его берешь, вот этот вот арбузный, он просто пахнет нереально вкусно, он такой обалденный, сладкий, когда он так вот по рукам течет, и это вот просто, это вот этот вот запах, ох, ребята, это прям, это вообще обалденно. Так, далее, Карибское море. На Карибском море я тоже ни разу не была, но думаю, что запах. Я узнаю, «Пираты Карибского моря» я смотрела. Как это к этому относится, непонятно, но давайте просто понюхаем. О, реально очень классно пахнет. Я не знаю, если так пахнет Карибское море, то заберите меня туда. Это очень классный запах. Такой,
прям счастьем внутри наполняется, реально, не шучу. Знаете, ароматы для меня это отдельная тема, это очень приятно и классно пахнет вообще. Блин, просто супер вообще. Так, следующий. Прям класс, 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 класс. Ребята, вообще супер. Так, и гроза. Ну, грозу все мы нюхали. Гроза должна пахнуть свежестью такой прям. Класс вообще. Ну, вот эти вот запахи водные, это, наверное, вот, ну, не знаю, ну, арбуз тоже из воды. Не знаю, это прям супер вообще. Вот эти три запаха для меня просто бомба. Гроза, Карибское море и арбузный леденец, это прям что-то. Но самый, наверное, все-таки фаворит, как ни странно, это то, о чем бы я никогда не подумала, это арбузный леденец, ребята. Это просто, знаете, для меня вот, я когда что-то себе выбираю, я примитивные вещи стараюсь не брать. Типа арбуз, ну да, он вкусно пахнет, ну арбуз, да, арбуз, ну никогда бы в жизни я не взяла себе что-то арбузное. Но оказалось, что это прям реально то, что мне нужно, это классный аромат. Прям, вообще вот эти вот три просто суперские. Удовое дерево, к сожалению, я немножко не поняла, потому что, ну, наверное, все-таки это не мое, но я попозже еще его понюхаю, послушаю, и может быть все-таки мне понравится. Теплый свитер хорошо. Давайте так, по первому месту. Первое место для меня арбузный леденец. Далее идет Карибское море, гроза, теплый свитер и удовое дерево. Вот так вот, в общем. Это супер запахи, ребят, на самом деле. Я бы их все себе забрала. Но я остановлюсь, пожалуй, на арбузном леденце. Итак, смотрите, как мы сделаем заказ. Здесь у нас скидка 25% по вот такому QR-коду. В общем, смотрите, нам нужен сейчас телефон. Out on the plains, down in Santa Fe, I met a cowboy riding the range one day. And as he jogged along, I heard him singing a most peculiar cowboy song. It was a ditty he learned in the city. Come on, ay, come on, yippee, get along, get hip, little dog, get along. Better be on your way. Get along, get hip, little dog. Итак, ребята, что я могу вам сказать? Если вы сомневаетесь в том, какой аромат вы на себе хотите и не знаете, чего вы вот хотите сегодня или завтра, я всем вам советую пройти тест, потому что иногда мы сами не знаем, чего хотим на самом деле. Я бы никогда не подумала, что арбузный леденец — это мой запах, оказывается, это вот прям действительно то, что мне очень нравится, это прям в душу западает, серьезно. Вот эмоции прям непередаваемые, ребята, ароматы — это, конечно, все-таки то, что остается вот прям навсегда в вашем сердце. Поэтому попробуйте, пройдите тест, и вам обязательно подберут ваш аромат. У них их очень много, и ты найдешь точно то, что тебе понравится. Ну, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока. Get hip, little dog. Get along. Better be on your way. Get along. Get hip, little dog. And he trucked him on down that old fairway. Singing his cow-cow boogie in the strangest way. Coming to ya-ya-yay, coming to yip-til-ya-yay. Singing his cowboy songs, he's just too much. He's got a knocked-out western accent with a Harlem touch. He was raised on local wheat. He's what you call a swing half-breed. Singing his cow-cow boogie in the strangest way. Come at the ay-ay-ay, come at the yippee-ay-ay.